Дети против террора. Выставка детского рисунка открылась в Дагестанском государственном театре кукол. Свои работы представили юные художники более чем из 20 школ Махачкалы. Подобные проекты, по словам организаторов, направлены на воспитание у молодого поколения умения быть толерантными. К сожалению, в последние годы для Дагестана, да и в целом для всего мира, эта тема очень актуальна. Выставка пройдет 2 месяца, и все желающие посмотреть на работы наших детей могут прийти в театр кукол в течение 2 месяцев до 1 июня и наблюдать эти работы. Затем всех участников выставки пригласили на спектакль «Айболит», который подарили артисты театра кукол. Это работа режиссера-постановщика, заслуженного деятеля искусства России Владимира Долгополова. На международном фестивале, к слову, этот спектакль был удостоен 3 дипломов.